Всем привет! Сегодня я вам расскажу про ивент, который прошел в этом году, в 2023. Это режим для голосования на награды Roblox 2023. Ссылку на этот режим я оставлю в описании. И вот здесь, прямо на картинке, нарисованы все вещи, которые мы сможем получить. Но единственное, мы не получим вот эту вот шапку, потому что она дается именно за голосование, а сейчас уже проголосовать нельзя. Итак, запускаем игру. Как только игра запустилась, нам сразу показывают награды, которые мы сможем получить. И первая награда вот эта футболочка, ее мы получили сразу только за то, что зашли в эту игру. Дальше, вот эта шапочка, которую дают за голосование, но ее мы получить не сможем, потому что голосование давным-давно закончилось. А теперь мы отправимся получать вот эти вот штаны и вот эту куртку. Итак, поехали! Чтобы получить эти штаны, вам надо прийти вот сюда, вот в самую середину, и сделать фотографию вот на этом стенде. Ну, точнее, делать ничего не надо. Вот мы зашли, и сразу же появился бейдж. Значит, штаны мы уже получили. Чтобы получить куртку, мы должны зайти в этот режим еще один раз. Выходим из игры. И запускаем ее снова. Итак, мы зашли в игру еще раз и получили эту куртку. И вот здесь же отмечено, что у нас уже есть штаны. А теперь я вам покажу, как получить еще 3 скрытых предмета. Итак, первое, что нам надо сделать, это найти вот здесь несколько скрытых эмблем Роблокса и активировать их. За это мы получим приз. Одна из эмблем находится где-то вот здесь. Ага, вот она. Вот здесь находится. Вот ее тут плохо видно, но запоминайте, рядом вот с тем входом. Так, наступаем на нее. Готово. Следующая эмблема находится где-то вот на этих вот штуках наверху. Сейчас мы туда запрыгнем и посмотрим. Ага, вот она. Вот здесь находится. Нажали вторую. Теперь отправляемся искать третью эмблему. Итак, вот здесь находится третий значок. Вот он на противоположной стороне от этого входа. Запоминайте. Так, готово. И отправляемся искать четвертый значок. Он находится вот на этом столбе, где-то на самом верху. Сейчас мы туда запрыгнем и найдем его. Так. Вот он, этот значок здесь находится. Запоминайте, также вот от этого входа, вот на этой вот вершине он находится. Так, все, 4 активировали и получили приз. А приз мы получили — наушники с очками. Чтобы получить бандану, нам надо сыграть вот в эту вот игру. Причем, насколько я знаю, нам надо выиграть. Так, нажимаем присоединиться, и я надеюсь, нам получится сыграть с этой девочкой, она не уйдет отсюда. Игра здесь с исчезающими блоками, вам надо просто бегать и как можно дольше продержаться на этих блоках, чтобы не свалиться. Так, я не выиграл, и мне придется играть еще раз. На этот раз я выиграл и получил награду. И последний приз — это ботинки. Чтобы их получить, вам надо пройти вот это вот обби. Здесь надо перепрыгивать вот через такие блоки.
и дойти до конца этой дорожки. Many hours later. И вот я наконец прошел этот паркур и получил ботиночки. Итак, вот они у меня в инвентаре, эти ботинки, бандана, наушники, куртка, штаны и футболка. Ну а на этом все. Всем удачи, всем пока!